Минздрав региона законодательно обязали обеспечить медико-биологическое сопровождение спортсменов. Среди полномочий министерства с этого года появится новая компетенция – наблюдение за состоянием здоровья спортсменов, входящих в сборные команды республики. Эта обязанность внесена в виде дополнения к соответствующей статье регионального закона об охране здоровья граждан. Поправка в закон внесена по инициативе главы республики, которая неоднократно заявляла о необходимости создания современной системы подготовки спортсменов высокого класса, включая медико-биологическое обеспечение. Под медико-биологическим сопровождением членов сборных команд Тувы в законе подразумевается комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов. Он должен включать медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, систематический врачебный контроль, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием. Кроме того, Минздрав Республики Тува обязан позаботиться об организации проведения научных исследований в области спортивной медицины. Закон также ставит перед ведомством задачу формирования на уровне региона системы антидопингового контроля и соблюдения антидопингового законодательства, а также оказания услуг, предотвращающих применение спортсменами запрещенных препаратов и биостимуляторов.